10:43. Беглые заключенные захватили пассажирский автобус. Требуется поддержка в Колумбии. Привет, МДЖ. У тебя все хорошо? Да, я просматриваю записи Аскорб. Слушай, это совершенно не в тему, но помнишь, как мы ездили на Стейтен-Айленд с Гарри? Чтобы найти лучшую пиццу в городе? Как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих старых папках Аскорб напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на пароме. В те времена все было гораздо проще. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски дрянной пиццы, если захотели. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтен-Айленде. Круг жизни. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Отличная точка зрения. Спасибо, Пит. Я тут почти вслепую летаю. Где-то должны быть охранные вышки. Забавно звучит. Сандра рада, что они вернулись? Ну, вообще-то, она больше не с нами. У нее был рак. Говард, мне так жаль. О, все нормально. Жизнь, чтобы жить, а не чтобы хандрить. Это первое, что она сказала, узнав свой диагноз. Я постоянно себе об этом. Напоминаю. Продолжай искать, хорошо? Найти остальных птиц очень важно. Спасибо, Человек-паук. Будьте осторожны. Происшествие в Робинсоне. Прием. Всем постам. 10:10. Возможная сделка наркодилеров. Всем машинам у центрального парка. У нас происшествие. Грабители трудятся без выходных. Ага, у нас сейчас праздник. Ты прав, старик. Гони часы.
часы, а то проблемы точно будут. Кого сфотографировать? Давай, Булчок, ты можешь! Ломи, Булчок! Обожаю предотвращать грабежи. Это же основа нашей работы. Контроль вызывает агентов в Devil's Shelf. Доложите. Контроль. Арестовываем гражданских, отказавшихся помочь в поисках паука. Аресты мирных митингующих? Не в мою смену. Городом. Башня Фиска. Я бы на их месте придумал новое название. Контроль вызывает агентов в Devil's Shelf. Доложите. Бронепатруль. Приоритетная цель не обнаружена. Человек-паук, ты готов помочь? Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая.
ЕПФ-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. След ведет к тому зданию! След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Да будет свет. Здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Отто искал слабые места в технике Соболя. Норман. Мне кажется, что я вижу его лицо повсюду. Он улыбается перед камерами, получает комплименты и давит мне сапогом на горло. Почему никто не видит его эгоизма, его беспечности, его злобы? Если бы они только увидели Нормана, которого знаю я, человека под маской. Носорог. Мой второй любимый русский. Отто записывал послание для команды. Алексей, я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина, сердцем поэта. Я знаю, что ты жаждешь освободиться от костюма, в котором заперт. Помоги мне достичь моих целей, и ты обретешь свободу. МакГарган, он же Скорпион, он же псих-психованный. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарган. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям. Но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот так Тавиус умеет убеждать. Похоже, док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Стервятник. Я бился с ним. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь ты работаешь на меня. Когда мы закончим, мой метод непременно исцелит тебя. Ты еще не скоро покинешь наш мир. Друг мой. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет, а Отто смог за несколько дней. Электро. Всегда под напряжением. Главная мечта Электро – стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. М-
Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия. Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем. Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией или столь близким к ней, что разница будет несущественной. А это еще что? Ультрафиолет. Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Мартин Ли. Совсем не тот... Похоже, Отто и Ли многое связывает. Как давно они знают друг друга? О, Мартин, когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться, у меня появилась мысль. Мартин, ты сделал смелый шаг, о котором я всегда мечтал, и сделал его не колеблясь. Я горжусь тем, что мы теперь вместе боремся за справедливость. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Ничего. Надо как-то включить эту лампу. Вот так. Скрытые метки. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Он пытается... Ли занимается средством от дыхания дьявола. С помощью какого-то икара. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Электро занимается электростанциями. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И почему? Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Оскорб. Последний этап – прямое нападение на Оскорб. И, скорее всего, на Нормана. Икар, вот оно. Человек-паук, мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? Кинуть! Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МДЖ, привет! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай, Ли охотится за вакциной!
Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДЖ! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Командная работа – волшебная штука! Позволяет достичь невозможной цели, например, убить Человека-паука! Ты почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Промах, промах! Теперь тебе... А, неважно, забудь! Пора переходить в ближний бой. Когда он будет рядом, выстрелю паутиной в трансформатор. Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда закончится сегодня. Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Пора нанести урон. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться! Почти! Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Энергия молодости и мудрость опыта – идеальное сочетание! Как кошка с собакой. Ну да. Похоже, это больно! Не попал, Макс! Как обычно! В ломбах отдалось! Я быстро! Вот это мой шанс! Смотри, куда бьешь! Надо перевести дыхание! Займись им, Электро! Без проблем! Встретить того, кто сильнее тебя.
нет шансов! Да, да, мы молодцы! Не хочу вас огорчать, но, кажется, вы неправильно оценили ситуацию! Один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20! Слишком много! Сегодня наш последний вальс! Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. О, который час? О, черт! Надо связаться с Юри. Юри, стервятники и Электро все. Остались четверо. Я видела. А еще я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятники и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. Как там Майлз? Привет, Пит, ты цел? Об этом я хотел спросить тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий. У нас много дел, но людям нужна помощь. Я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Да, я слышал. Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Майлз. Обними Мэй от меня. И береги себя. Попали под обстрел демонов. У нас происшествие в Дугласе. Эти демоны стали куда хуже Фиска. Офицеры, займитесь ранеными. Я тут разберусь. Гуки, Гуки! Чанда, Рене!
华感受死。 Как мог Мартин Ли послать этих людей истреблять полицейских? Плохая карма, офицер. Очень плохая. Отряд Паучка, мой верный клуб поклонников. Когда Джеймсон меня достает, это помогает мне вспомнить, что все не зря. Вижу водохранилище, а скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус. И он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? О, это что, море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Так, яд — это плохо. Это всем известно. Тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион расширил ассортимент. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Оранжерея! В теплице должна быть эклипта белая. Вот оно! Это наяву или в голове? Может и так, и эдак. Док?
Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ай, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместной работе. Простите, друг, мне так жаль. Да, да, ты сожалеешь, но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Послушайся. Раз. Вот и белая эклипта. Она поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Гигантские скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты помог? Чувствуешь, как конечность. Это ужасно. Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Никак я тебе звоню. А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг. Букашка разошла к ней на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Даже думать не хочу, чтобы на это сказал Фрейд. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Надо попасть. Атропин нашел. Атропина нет. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О, нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков. Простите, я вам помогу, клянусь. Хватит себя обманывать. Ты неудачник в жизни, в любви, в работе. Ты несешь только боль! Нет! Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь войти со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Я вижу, как ты делаешь заметки, воруешь идеи, крысу в моей собственной лаборатории. А я называл тебя друг. Я же ваш друг, Отто! Вот он, атропин! Надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще в нами? Не почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. О, не волнуйся, паучья башка. Это пара суперфризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно.
время на исходе. Надо смешать антидот. Вот. По-моему, на моей территории. Ты такой же, как Осборн. Хочешь украсть твои труды? Все, что будет дальше, на твоей совести. Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Ты думал, я про тебя забыл? Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Пытаться бить его нет смысла. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Все не так просто. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай! Один есть! Ты неудачник! Ты всегда только им и будешь! Он меня провоцирует. Готов. Мне нужно сосредоточиться на деле. Вот так. Еще немного. Кто же мне, герой, ты несешь всем одни страшные? Еще один есть. Остался один. Надеюсь, это последний. Я еле стою на ногах. А вот и оборудование. Наконец-то. Время на... Я уверен, работала. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Столько приятных воспоминаний испорчено. Док умнейший человек из всех, что я знаю. А теперь еще и самый опасный. Читал мой гений. Что ты сделал вместо этого? Захотел закопать его?
Нашел во мне дефекты. Нет никаких дефектов. Это красота во плоти. Идеальное устройство для расширения разума. Мысль, воплощенная руками гения. И теперь у меня осталось только одно желание. Я должен разорвать в клочья репутацию Нормана. И я исполню это желание. Ну-ка посмотрим. Получилось? Займемся наукой. О, получается. Паркер говорит, что интерфейс опасен. Но он же еще мальчишка. Он сам еще ничего не создал. Думает, что можно сделать что-то, не испачкав руки. Люди умирали, сражаясь за мир. Умирали, чтобы добраться до Луны. Каждый прорыв требует крови, а этот прорыв, он избавит нас от проклятого Нормана. А это стоит литров пролитой крови. Я этого не допущу, док. Он планировал все это у меня под носом. Может, это была просто идея, а потом интерфейс свел его с ума? Как давно он уже использовал это устройство? Нейронный интерфейс обостряет гнев Дока. Возможно, от этого он уже не оправится. Фух, в голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Помыть?
Юрий, слушай, группа беглых заключенных обзавелась очень серьезным арсеналом. Нам сейчас меньше всего нужна перестрелка в жилом квартале. Сможешь разобраться по-тихому? Не факт, что получится тихо, но я могу избежать большой перестрелки. Правда, потом все будет в паутине. Хорошо. Удачи. Я видел, у них есть реактивные ранцы. Вот это да! Если достанем себе такие улики. Саня! Выключаем. А вы так ничего и не поняли. Он здесь! Человек-паук здесь! Кого-то видел. Покойник уродин! Убью тебя! Кидаю гранату! Судя по всему, им не терпится попасть обратно на плот. Хватит! Приготовься! С таким поведением условно досрочное вам не светит. Человек-паук, у меня сообщение о выстрелах. Подтверждаю, но они ни в кого не попадают. Так держать дальше. Хорошо, тем более, что кроме меня они ни в кого и не стреляют. Понравилось, да? Тебе будет больно. Теперь это наш город. Печально, что у преступников больше верных друзей, чем у меня. Не дайте запугать себя. Тебе больно?
раз кто-нибудь вот так же радостно бросился на помощь мне! Или хотя бы просто постоял рядом! Его кто-нибудь на землю! Конец тебе! Спускайся вниз! Капитан, все заключенные связаны, можете забирать. Спасибо. Мы бы не взяли их без колоссального ущерба. Надеюсь, местные тебе благодарны. Так, нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир.